Приветствую всех на своем канале. Затянулась у меня переборка мешка 5-копеечников, который я, наверное, анонсировал еще месяц назад, недели 3 назад точно. Ну, вот сейчас хочу подвести небольшие итоги, даже не все переборки, ну, первых годов чеканки данного номинала российских монет 5 копеек. 97-й год. Московский монетный двор. 49 штук. Общее количество было 2000 штук, как и обычный мешок, классический, так скажем. ММД 49. СПМД. Попалось простого штемпеля. Штемпеля 2,2. Попалось у меня 14 монет, а штемпеля нечастые 1-1 и 2-1, 3 монетки, вот 1 1-1 и 2 2-1. Ну, тут я написал, что штемпель 2-3, это очень редкая монета, у меня подозрение, что это она, но она из оборота, поэтому показывать я ее пока не буду. Я выставил ее на обсуждение на форум. Поздно, пока там тоже один человек предполагает, что, возможно, это именно она. Ну, как только подтвердится, я потом короткий обзор на монету, в принципе, на всю линейку 97 года, наверное, сделаю. 98 год. 150 штук московских, санкт-петербургских. Тут энное количество. 21 штучка штемпеля 2-3 и 2 штучки штемпеля 2-2. Все они там относятся к простым. Ну, для статистики просто вот из простых. Как бы не все простые одинаково простые. Это, в принципе, давно известно, кто занимается этими скрупулезными переборами. И зачастую бывает, может быть, региональная нечастость некоторых простых разновидностей, не только среди мелочей, и более крупных номиналов тоже, это всем уже давно известно. 2000 год, ММД, 49 штучек, порадовал сохран некоторых монет, просто для 2000 года их достаточно нечасто можно встретить вот в состоянии, ну, не UNC, ну, вот это, в принципе, практически uncirculated монета. Удивительно, скажу честно, редко попадаются вообще. 2000 год, нечастый, так скажем, в целом. 2001 год, московских 154, санкт-петербургских 5. Ну, в принципе, там все одного штемпеля, ничего, так скажем, редкого, особого. 2002 год, ММД, большое количество монет, вот это все 217 штук штемпеля А1 и А2, простые. И одна монета редкая попалась, штемпеля В1. В1, причем в сохране, что интересно. По каталогу Александра Сташкина посмотрел шлифовочку, соответствует и положение монограммы. Коллекцию, естественно, у меня такой не было монеты. Это один из моментов, который порадовал, в принципе. Потом санкт-петербургских монет достаточное количество, потому что у меня тоже в коллекции их даже простых разновидностей немного, так скажем, потому что у нас традиционно, если брать из оборота, который я брал, это Брянская область, у нас в основном московские монеты. 2003 год, 174 штучки московских, тоже в сохранчике многие монетки, такие красивые. Санкт-петербургских 11 штук, штемпель 3-1,
простой, и одна монета редкая, штемпель 2-3. Вот. Редкая монета, тоже опять-таки по каталогу Александра Сташкина. Ну, я сейчас не показываю при увеличении, там, при увеличительном стекле, там, я это отдельно сниму обзор, может быть, в ближайшее время, там, ну, сниму, по крайней мере, планирую. 2004 год, 177 московских, 15 санкт-петербургских, они все простые, одного, попались, по крайней мере, простых, ничего там, по-моему, редких там и нету. 2005 год, московских 197, санкт-петербургских 7 штучек, и все они одного штемпеля по реверсу, штемпеля 3-3. И по аверсу там тоже А1, потому что штемпеля 3-3 только один аверс А1. Вот это до 2005 года. А потом уже остальную часть я сниму, возможно, завтра. Там тоже есть нечастые, есть гальваники, несколько штучек попалось с 2008 года. И, по-моему, да, еще и есть редкая, там одна 2007 московская. Ну, сниму уже завтра. Все, спасибо всем за внимание. Не знаю, кому это, возможно, интересно, кому-то, может быть, большинству и нет, но статистика, я проценты не высчитывал, просто так, для представления, так скажем, общего, что попадается чаще, что реже. Ну, 97-й год, понятное дело, что это он 97-й. Давно это было. А 98-й попадается много монет, и они в достаточно хорошем сохране. Я даже отложил там, таком, можно сказать, в X-Fi, даже близко к AUNC. В блеске по несколько монет простых, просто так, на добрую память, так скажем, пускай лежат. А эти не знаю, куда потом девать. Ну, спасибо всем за внимание. Пишите в комментариях что-нибудь, что вы по этому поводу думаете. Кто чего ищет. Сейчас зимний сезон, зимний-осенний, так скажем, осенний-зимний. И тем более многие на больничных, на карантинах, на всяких. Время зря терять не надо. Ищем, пополняем коллекции. Развиваемся постоянно. Ищите и обрящите, как говорится. Все, всем пока.